Итак, наконец, только что DHL курьер принес мне посылочку с Айхерба. На этот раз она не такая большая. Попозже расскажу, почему. Я ждала еще одну посылку, хотела их две показать обычной почтой, но вот она идет уже 45 дней, пока я ее не видела. Сейчас, кстати, вот DHL до этого брали 1500, когда приносят посылки, потом стали 2, сейчас уже 3000. Так. Заказала вот из новинок. Ой, она маленькая такая. Зубная щетка детская. Ну, конечно, для моего младшему уже, она вот открытая, кстати, проверяли, наверное, на таможне. Младшему уже больше 6 лет. В школу скоро. Но не удержалась я. Есть такие корова, по-моему, лягушка, еще что-то. Нет, нажала. Теперь что с ним делать? А вытащить как? А вот. Ну, малюсенькая, конечно, щеточка. Для нас маленькая, наверное, будет. Простые совсем вот тут ворсинки. Какие-то, как леска, что ли, смотрится. Ну, совсем для маленьких детей пойдет, конечно. Обратно вроде тоже нажать надо. Но я считаю, одевать голову ребенку самому будет трудно. Так. Заказала две зубные пасты, их уже показывала мужу. Кончаются. Также заказала вот такой вот наборчик. Здесь две щетки, два санитайзера и, по-моему, зубная нить. Здесь, где открывается. Сейчас я буду открывать, там опять буду говорить, что я шумела. Извиняюсь за шум. Все-таки хочется открыть, показать. Так, сделано. Дизайн USA, сделана мануфактурная начина. Так, вот она, зубная нитка. Как еще это все открывается? А мне не получается открыть. Ну, обычная. Вот столько я тут намотана. Сильно не пахнет. Какой-то запах есть, но какой неизвестно. Так, вот щеточки. Хорошо, что разных цветов. Щетина нормальная. Ну, санитайзеры, конечно, те, которые я заказывала отдельно, мне больше нравятся. Простенькие совсем эти. Дальше. Дальше заказала я такую вот штучку без отзывов. Так, новинка тоже. Вот она, фирма. Я сейчас произнесу, все равно будет не так. Есть у них в таких флаконах просто аргановое масло. А здесь написано 3 в одном. Органовое масло, масло ванили и что-то еще. А, кокосовая вода. То есть это как основа под макияж, то ли потом разглаживание лица, спрей, уход и еще что-то. Ну, в общем, надо на сайте читать. Ну, как это все вынимать? Коробочка красивая.
Блин. Вот так вот это все выглядит. Он достаточно так, по крайней мере, на внешний вид очень даже красиво. Маслянистая структура. Запах. Чего не пойму. Он достаточно сильный парфюмированный запах. В общем, вот такая штучка. Ой, извиняюсь. Так, тоник у меня кончается. Что-то я его не нашла. Вот под его названием с розой идет вот такая вот бутылочка. Надеюсь, это то же самое, потому что мне на лето нужно. Может, просто дизайн изменился, я не знаю. Это я открывать не буду. У меня еще не кончились салфеточки с чайным деревом. Очень хорошие. Очень мне нравится. Сыну 13 лет, например, если с вечера что-нибудь там начинает появляться, высыпать, я ему протираю или даю салфетку такую. И с утра уже у него чистое лицо. Также и себе. Хорошая вещь. А, заказала. До этого я заказывала пасту для шугаринга и отдельно вот такие вот ленточки для нее. Это мини-вариант. Можно как в дорогу, либо на подарок. Ну, я думала, еще меньше оно там по отзывам. Крохотулечки было написано. Я думала, это раз в два еще меньше. Стоит 4 с чем-то, по-моему, доллара. В общем, тоже я, скорее всего, дорогу свою возьму. Очень хорошая паста. Так, также из пробников взяла ацилококцилну. Ну, сейчас многие не верят в его действие. Говорят, что его нет. Но у меня были случаи несколько раз, когда именно он остановил очень хорошо заболевание. Поэтому у меня всегда есть пачка. Здесь, по-моему, за доллар. Поэтому я закинула пробник. Считаю, это нормальная цена. Также вот брала я не так давно мед Манука. Тоже малюсенькую баночку. Тоже она мне 3 раза вот спасла. Плохо себя я чувствовала уже. И вот чувствовала, что температура хочет подняться с вечера. И на следующий день утром вечером попила чай, по ложке взяла меда. Очень помог мне. Так, дальше. Вот тоже сейчас по акции, цену не помню, идет вот такое вот масло ши с витамином Е. Тоже достаточно большая пачечка. Я напишу, за сколько я ее взяла, но что-то там она, ее цена около 7 долларов, а я взяла то ли за 2, то ли за 3. Входи. Лето уже, ой, зима уже кончилась. Но вот такая плотная структура. Вкусно пахнет. Ну, я думаю, мне этого надолго хватит. Баночка внушающая. Также я вот, например, когда начала корзину эту закидывать, у меня было за доставку около 20 долларов. Но когда вот сумму накидала и вес получился не такой большой, в общем, за доставку вышла скидка. 8 долларов я заплатила. Так, а, я еще заказала крем защиты от солнца для лица. Вот такой вот крем. Отзывы хорошие. Поэтому решила заказать. И это что? А, я что-то все стала забывать. Не нашла я эльфовский праймер для тени, чтобы держались, которые за 3 доллара. И пришлось вот такой купить аж за 18 долларов. Потому что эльфовский у меня кончился. Очень хороший он по качеству. Ну, пришлось взять дорогой.
Жидковатый этот. Ну, приучимся. Вот такой вот праймер для теней. Так, итак, много я не заказывала, потому что все знают, что когда кто-то использует ваш код, вы получаете реверсы, да? Какую-то часть своих посылок я до этого времени этими реверсами оплачивала. Часть. Потом я долгое время не заказывала. Начала читать то, что... Ну, как бы я это и раньше знала, что если у вас больше $300 набирается на конец месяца, то эти деньги можно обналичить. Раньше это было очень сложно, там что-то чеками, еще что-то. Сейчас это можно сделать на банковскую карту. Так вот, я вот уже 2,5 месяца там с ошибками получается, то не так, то это не так. Пытаюсь перечислить средства на карту. Вот если у меня это получится, в начале месяца я жду, поступят деньги или нет. Они уже списались с моего счета. Если поступят, то обязательно расскажу, что и как нужно для этого сделать, для того, чтобы получить денежки. Ладно, все, всем пока, обзор закончен. Спасибо за просмотр.